из значка Роблокса идет кровь, самая настоящая кровь. Я реально слышал, как будто кто-то бросил камень в окно. Посмотри, меня кто-то сфотографировал, когда я был в окне. Ставь лайки, подписывайся на канал, иначе мы придем за каждым из вас, банда. Че творим, про меня зовут Царь Кионис и просрал уже, просто срал уже. Бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь перед ним и Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, против тебя не нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Самую сильную банду на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Эй, бро, вы не поверите, но сегодня будет реально жесткое видео. Потому что сегодня мы будем играть в Roblox 3 часа ночи. Ведь ходит легенда, что все игры в 3 часа ночи становятся как будто из ада. И мы сегодня это проверим, банда. В одном из прошлых видео мы уже это проверяли. Мы сыграли в Brawl Stars 3 часа ночи. И вы не поверите, банда, но тогда была реальная жесть. 3 часа ночи с игрой просто творила что-то ненормальное. Все персонажи просто умирали. Мне все еще это не верится, банда. И под тем видео, банда, вы оставили много комментариев, какую игру проверить следующую. Самое больше лайков набрал комментарий про игру Roblox. Именно поэтому, банда, сегодня в 3 часа ночи мы сыграем в Roblox и посмотрим, что с ним будет. И, банда, я уверен, что с Roblox будет что-то ненормальное. Потому что в Play Market, где можно скачать Roblox, есть отзывы. И они просто ужасные. И все о том, что в 3 часа ночи с Roblox происходит что-то странное. Итак, банда, первый отзыв, который я нашел. Невозможно играть в 3 часа ночи. Очень странные и страшные звуки на фоне. При выключении звука звук не пропадает. 4 утра все становится нормальным. Связано ли это с мистикой? Уже от этого отзыва просто бросает мурашки. И уже кажется, что с игрой явно что-то не так. 3 часа ночи. Вчера в 3 часа игра изменилась. Появился странный экран загрузки, громкие звуки. В игре со мной кто-то пытался говорить и просит, чтобы я перестал им управлять. Это реально уже жутко, банда, как будто в игре есть живой организм, который просит, чтобы в нее просто не играли. Тем не менее, про третий отзыв просто сносит голову. Вы только вдумайтесь в это. В игре меня просили, чтобы я перестал играть. Это норм. А потом на мой номер телефона приходили странные смс с угрозами. Это просто жесть, банда, мне реально в это не верится. С Роблоксом реально происходит что-то странное в 3 часа ночи. Именно поэтому сегодня хочу это проверить. И бро, мы же в 3 часа ночи начинаем играть в Роблокс. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков. И тогда я сыграю в какую-то еще игру в 3 часа ночи. Главное, напишите в комментариях, какую вы хотите еще игру. И бро, мы же в 3 часа ночи, погнали! Окей, банда, вы не поверите, но на часах уже 3 часа ночи, 3:05, если быть точным. И это реально жутко, банда, потому что сегодня мы снова проверяем игру в 3 часа ночи. И мы реально сегодня будем играть в Roblox в 3 часа ночи. А с учетом того, что были настоящие отзывы про то, что Roblox в 3 часа ночи происходит что-то странное. Нереально стрёмно, банда, просто глядя, у меня прям мурашки по коже бегают. Тем не менее, про пришло время запустить Roblox в 3 часа ночи, надеюсь, вы готовы. Нереально жутко. Окей, банда, я запускаю игру в 3 часа ночи, господи, это просто жесть. Итак, банда, черный экран уже начался, господи. Окей. Вы слышите, это там какой-то звук появился, банда. Я реально слышу какой-то звук, это просто жесть, гляньте. Это же значок Роблокса. Он просто крутится, что это значит, там кровь, банда. Посмотрите, из значка Роблокса идет кровь, самая настоящая кровь. Это просто жесть, как же это жутко выглядит, бандиты. О, господи, у меня прям мурашки по коже из-за этого, просто гляньте. Черт, это реально уже что-то ненормальное. С Роблоксом 3 часа ночи происходит что-то странное, гляньте. Значит, просто начал прыгать. Окей, это начальный скин в Роблоксе, почему он включился? Он перестает улыбаться, банда, в этом видео он реально перестает улыбаться, что это значит? Он двигается! О, господи, он реально двигался! Не управляйте нами, что это такое, бандиты? Нам неприятно, что это значит, банда, господи, это просто жесть! Господи, неужели тот отзыв в Play Market был правдивый? Окей, что-то начинает загружаться, я слышу какой-то звук, банда! Это просто жесть, то, что я уже увидел, мне прям это реально не по себе, банда, мне страшно! Мы загружаем игру для вас, окей? Там было что внизу написано, вы видели это? Я не смог прочитать! Напишите в комментариях, что там было внизу написано! Там было реально какое-то тайное послание, бандит, напишите в комментариях, я не успел прочитать! Окей, игра включилась, банда, уже дисклеймер! О, господи, гляньте помехи! Итак... О, черт, это за звук, вы это слышите, это ужасные звуки, просто жесть, банда. Окей, это я могу управлять, просто жесть, как все лагает, просто гляньте. Какие-то помехи, странные звуки, и какой-то очень темный режим. Окей, я могу управлять своим персонажем, гляньте, я знал, что это за режим, здесь нужно прятаться. Окей, гляньте, не успел спрятаться, банда, это просто жесть. Господи, там кто-то кричит, вы слышите? Неужели это мой персонаж кричит? Ему страшно или что, просто посмотрите. Реально страшные крики, банда, мне этого прям не по себе. Окей, игра началась уже очень стрёмно, бандиты, черт, я, кажется, попался этой девочке. Это реально жутко, банда, просто гляньте, она меня куда-то тащит. Странный крик, банда, вы его слышите, это ужасно. О, господи, окей, я не могу двигаться, что происходит? Меня просто куда-то посадили, банда. Мы такие же живые, как и вы. Что это значит, банда, что происходит? О, господи, выпусти нас, что это значит? Кто
Кто вообще просит меня, чтобы я его выпустил? Я просто ничего не понимаю, где меня выпустили. Черт возьми, банда. Вы слышите звуки? Это просто жесть. Окей, я могу управлять своим персонажем, но эти звуки на фоне не просто ужасные, черт возьми. Окей, я этого не по себе. Окей, я могу управлять своим персонажем, вроде бы уже включился обычный режим. Черт возьми, мне реально этой игры не по себе, сорвался 300, но че реально происходит что-то странное. Гляньте опять помехи, банда. О, господи. Черт, вы видите, это что-то включилось, все просто черные. Что это такое, банда? О, просто неужели тот самый тайный режим пробуется в 3 часа ночи? Это просто жесть, как же все стрёмно выглядит, этот визг ушёл, вы это слышите? Как же это стрёмно, бандиты? Мне прям это не верится, чёрт! О, господи, окей, упроси персонажа, но то, что я вижу, мне реально стрёмно, банда! О, чёрт, просто глядя на всё это, всё реально мистическое, мне прям жесть, как страшно от этого, банда! Глядя на все какие-то помехи, вы это видите? О, господи, как же это всё стрёмно, банда! Окей, не напоминаю, мы играем в Roblox 3 часа ночи, это просто жесть, что происходит! Господи, какие же стрёмные эти помехи, всё просто красное, вы это видите, банда! Я не вижу, как им управляют, как им управлять. Мне просто ничего не видно из этого красного цвета. И этот пиздушат, вы его слышите? Господи, опять какие-то помехи, банда. Если ты не перестанешь мной управлять, я убью тебя, что это значит, банда. О, господи. Черт возьми, слышишь, да, я слышу. Но что это все значит, бандиты, кто мне это пишет? О, черт, я убью тебя. Что это значит, банда? Господи, как же это стрёмно! Я не хочу управлять, серьезно, банда, мне уже этого достаточно. Посмотрите, там кто-то умер, вы это видите? Я не хочу управлять своим персонажем, мне просто жесть, как страшно. Что если он реально меня убьет? Неужели все эти персонажи из робота живые? Они реально чувствуют боль, как и мы. Это просто жесть, банда, я не хочу управлять, это реально жутко. Черт возьми, игра просто выключилась, вы это видите? Что это было? Мне кажется, кто-то кинул камень в окно. О, черт! Еще этого не хватало 3 часа ночи. Я реально слышал, как будто кто-то бросил камень в окно. Это просто жесть, собри, банда. О, господи. Эй, да еще в 3 часа ночи, когда такое случилось, когда с роботом реально происходит что-то странное. Окей, никого не видно, бандит. Это реально жестко. Мне все еще в это не верится. 3 часа ночи с роботом реально происходит что-то странное. Да еще кто-то кинул окно камень. Вы сами это слышали? Был звук. О, черт! Кто мне еще звонит, собри, банда, в 3 часа ночи? О, господи, посмотрите на это. Там какой-то номер Roblox 301. Черт! Что это значит, собри, банда? Просто гляньте на это. Настя, ты видишь это? Это просто жесть, банда, кто это вообще звонит? Неужели это самые чуваки из Роблокса? Окей, бандиты, думаю, нужно взять трубку, узнать, что они от меня хотят. Возможно, это они мне бросили камень в окно. Окей, бандиты, на счет три. Раз, два, три. Алло? Алло, кто это, вы меня слышите? Чё, что происходит, банда, вы слышите это? Алло? Я слышу, что вы дышите, вы меня слышите, кто это? Что вам мне нужно? Это вы бросили камень мне в окно. Господи, что происходит, банда, вы это слышите? Господи, что происходит? О, черт, я это слышала, Настя! Это просто жесть, господи! Я просто отключился! Вы слышали, эта банда узнает, как меня зовут! Это просто жесть, это реально чуваки из Роблокса! Они реально узнали, где я живу, Настя, это ужасно! Я просто не знаю, что делать! Я не знаю! Черт, это похоже, они мне кинули камень в окно, банда! Получается, они реально пришли меня убить, только вдумайтесь в это! О, господи, Настя, посмотри, этот номер мне прислал какое-то сообщение! Это какая-то фотография, супербанда! О, господи, давай пробую включить! Давай! Я сейчас попробую приблизить, посмотри! Меня кто-то сфотографировал, когда я был в окне, смотри, кто бросил камень! Это просто жесть, банда, глянь, это же реально, я вы это видите? Это реально жутко, бандит, меня реально кто-то сфоткал! О, господи, что вообще происходит, супербанда, мне просто в это не верится! Глядь, банда, он присылает еще фотографию, он еще меня фоткал! Уже целых две фотографии, блядь, видите, третья фотография! Это просто жесть, банда, он реально меня постоянно фоткал, когда я смотрел в окно! Мы следим за тобой, банда, что это значит? Это просто жесть, нужно пойти посмотреть фото! О, господи, никого не видно, банда, это просто жесть! Я реально пытаюсь кого-то хотя бы разглядеть, там реально никого нету! Это реально жутко, бандит, я никого не вижу, кто тогда меня снимал? Это просто жесть, Настя, я не знаю, что делать! Мне тоже очень страшно, кто вообще прислал эти странные сообщения? Господи, кто пишет эти странные сообщения? Мне реально стрёмно, бандиты! Глянь, он скинул еще одну фотографию! Это фотография, когда я только что смотрел в окно! Он только что меня сфоткал! О, он прислал какое-то сообщение! Мы знаем, где ты живешь, а также из этого видео мы узнали, где живет каждый твой зритель! О, господи! Перестаньте управлять нами! Мы живые, банды, вы это видите! Это просто жизнь, он реально прислал мне сообщение! Ставь лайки, подписывайся на канал, иначе мы придем за каждым из вас, банда! Это просто жизнь, старее, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы они не пришли за вами! Это жесть! Мы не шутим, нам неприятно, когда вы нами управляете, мы уже идем, банда! Скорее ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы они не пришли за вами! Это реально жутко, бандиты, 300 с Роблоксом реально происходит что-то странное! Банда, я реально не знаю, что делать с этими играми, 300 ночи реально происходит что-то странное! Пишите в комментариях, какие еще игры вы хотите, чтобы мы сняли! Я попробую сейчас набрать снова этот номер, который мне звонил ранее! Окей, алло, вы меня слышите? Он опять дышит, банда, вы это слышно, просто жесть, алло! О, господи, ступри, банда, мне реально этого не по себе, что вообще происходит? Алло! О, господи, он реально просто дышит, банда! Они реально живые! Перестаньте нами управлять! Мы живые!
но не фигурки. О, господи, вы это слышали, Бон, это просто жесть, нужно его скипнуть, это ужасно! Никогда не мог подумать, что персонажи из игры будут жить! У них реально своя личная жизнь, банда! В роботе реально существуют живые души! Это ужасно, Бонит, и я не знаю, что делать дальше! Эй, банда, я вас прошу, никогда в 30 ночи не играйте в роботе, это реально ужасно! Вы сами видели, что с вами может произойти! Со мной просто начали охотиться, меня начали искать! Это реально стрёмно, банда! Эй, бро, пришло время уже заканчивать это видео, нужно просто куда-то прятаться! Эй, бро, помни одно, оставайся такими шикарными, пока!